Конечно. Верить, что все так спасибо одно и будет нашим коллегам, Наталье Юрьевой и Татьяне Ремезовой, которые работали вместе с волонтерами. И, конечно, отдельная благодарность самим волонтерам, которые приняли огромное количество обращений. Без вас бы ничего не получилось. А я со своей стороны хочу поблагодарить наших слушателей, зрителей, участников нашей сегодняшней дискуссии и встреч. Хочу еще раз заверить вас и сказать то, с чего начал. Сделаем все для того, чтобы ни одно ваше обращение, даже если мы не смогли сегодня его затронуть в ходе беседы, не осталось без внимания. И хочу поблагодарить ведущих за совместную сегодняшнюю работу. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо большое. Мы в эфире, да? Это специальный выпуск программы «Место встречи» на НТВ. Только что закончилась прямая линия Владимира Путина. Почти 2 миллиона вопросов было.